Приветствую всех у себя на кухне, и сегодня будем закрывать огурцы в томатном соке. Значит, вот я приготовил укроп-петрушку. Банки я помыл с хозяйственным мылом и с содой. Крышки простерилизовал, все обдал кипятком, кружку ложки. Итак, вот я уже нарезал помидоры. Будем их крутить на мясорубке. Помидоры у меня здесь красные, розовые, вкусные, сладкие, шикарные помидоры. Значит, при обрезке я их не жалею. Все черные точки, места, все вырезаю конкретно, чтобы ничего не оставалось. Вот, видите? Где-то что-то уже подгнило, все вырезаю. Для этого рецепта нам понадобится 2 спелых болгарских перца. Значит, вот перец я очистил от семян. Их тоже будем перекручивать на мясорубке. Итак, вот, значит, я помыл огурцы, обрезал жопки, на дно положил укроп-петрушку. Значит, для этого нам понадобится уксус 70%, перец горошком, перец душистый горошком и 100 грамм чеснока. Чеснок я тоже перекручу на мясорубке. Итак, вот я закипятил воду, залил. Сейчас 7 минут они мне постоят, воду я солью. Замечательно, поразительно, гениально. Так, воду я слил. Значит, обязательно в банку ложим черный перец горошком. И вот перец душистый по 3 штучки, а черный перец горошком штук по 9-10 на банку. Больше ничего не ложим. Итак, томат у меня уже закипел. Значит, 10 минут я его кипячу и добавляю уже перекрученный чеснок. 100 грамм на 3,5 литра. Я чуть побольше всегда томата делаю, чтобы, не дай бог, не хватило на банку. Поэтому побольше делаю, чтобы у нас лучше пускай останется, чем не хватит. Значит, да, на банку я ложу 3 ложки соли на одну банку и 5 ложек сахара. Все это мы кладем в томат, значит, 6 ложек соли и 10 ложек сахара. Итак, вот у меня томат закипел, я уже залил. Сейчас добавляем по десертной ложке уксуса. И доливаем томат. При наливке томата я всегда пользуюсь вон той вон красной воронкой. Она специально для банок. Очень удобно. Если у кого нет, приобретайте. Хорошая вещь. Все, закатываем крышки. Сегодня я по делам ездил на такси, и в такси играла музыка, и вот она мне целый день с языка не сходит никак. Вот залезла в бошку и все. Я хочу от тебя сына.
Ну что ж, уважаемые подписчики и телезрители моего канала, вот такая красота у нас получилась. Аж охота открыть, и сейчас же есть. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Давайте, не сомневайтесь. Всем пока-пока.